15-я выставка, наша детская художественная школа представила презентацию выставки «Арт-объект 2020. Маски». Участвует в этой выставке детская художественная школа, школа художественная Смоленска, студенты технологического университета и студенты художественно-графического факультета. И вот уже 15 лет мы меняем темы, и сотрудники музея говорят, как это вам удается каждый год быть другими. Выставки все не похожи, они абсолютно разные, но мы стараемся. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.